Дорогие товарищи, здравствуйте, доброе утро. Сегодня 14 июля 2024 года, Краснодарский край. Ребята, поздравляю всех с Днем Рыбака. Если кто этим увлекается, так что это ваш праздник. Я, конечно, тоже рыбак, только со сковородки. Желательно и побольше. И желательно карасика. И вот рыбак сидит, говорит, поймал уже два карасика. Но, говоришь, как рыба знает, да? Знает, да. Рыба знает, что на день рыбака будет много рыбаков, и она ловится очень плохо. Так что вот такие вот карасики, вот гляньки, хорошенькие. Ой, ты боже ты мой. Приятные моменты, приятные. Так что пусть она ловится, разводится, не пропадает никогда. Чтобы рыбакам было в удовольствие. А нам, пожирателям рыбы, было вкусно и приятно. Вот такая, ребята, обстановочка. Так что с праздничком вас, здоровечка вам и мирного неба, ребята. Чтобы можно было спокойненько плавать, как этой уточке, и рыбку ловить. И чтобы все было классно.